По словам местных жителей, данная свалка образовалась не один десяток лет назад. Когда о несанкционированном полигоне узнала подрядная организация, было принято решение свалку ликвидировать в кратчайшие сроки. К работам коммунальные службы приступили на прошлой неделе. В настоящее время вывезено 989 кубических метров мусора. Территория очищена на 40%. Закончить работы планируют за неделю. Пока позволяет погода, нужно убрать все как можно скорее. Когда свалку ликвидируют, на данном участке будет установлен бункер. И если жители будут соблюдать правила благоустройства, на улице Ясной оборудуют контейнерную площадку.